Всем доброе утро. Сходил в офис, сказали, можно заезжать. Сейчас будем заезжать вот туда. Качаем воздух, постоим чуть на молотках пару минуток и заезжаем. Погнали на загрузку. Так, выгрузится нормально все. Быстро как-то. Люди добрые, деревенские, улыбаются, все хорошо. Очень приятно. Поедем по тому же маршруту, ничего не изобретал. Тонный знак, по-моему, стоит налево центр. Вот она ведет. Но мы поедем по тому маршруту, если что, как мы ехали. Я это запомнил. Вот опять же. Сейчас посмотрим. Да вроде нету знака. А что сюда так вел тогда? Там мы ехали, там вообще дебри. Вот навигатор, вот как его понять. Интермарш магазин. Нормально, я стоял, даже не знал, что у меня рядом Интермарш. Мне, в принципе, магазин не надо. Вообще рядом. Катаю вас со всех частей этой деревни. Пустил меня. Здесь нам надо направо. Мы повернем хоть здесь направо. А я не уверен. Thank you.
сразу вышла посмотреть, типа, что-нибудь положат, а там уже столбики разложены, кто-то, видно, пробовал. Поезжу, блин. Там получается, не знаю, вам видно, не было видно. Поворот получается, вот что вы видели, да, он узкий. Вроде как можно было по бордюрам взяться, но если бы там прямая дорога, а там вот так вот опять. Там, короче, ну, вообще не вариант. Поэтому поедем, где я уже проехал, там железобетон. Там пускай тоже было узковато, но я там точно уже проеду. Вон, и навигатор перестроился туда. Че ж ты, падла, меня так ставил? Курва пердалёни. Наше единственное приключение. Тут можно было, конечно, сквозануть. Но хер его знает. Вообще, наверное, надо было туда направо попробовать. Поедем же сюда, хер с ним. Знаков нету никаких, хотя бы знак какой поставили, ё-моё. Сейчас еще на повороте кто-нибудь машину поставит, бытовой, я тут стану. У меня не стоит.
есть до загрузки осталось. Так, ну что? Будем съезжать в 700. Единственное, надо, чтобы не ударить подножку. Все, мы загрузились. 38 минут. Получилось нормально, в принципе. Велосипеды, мопеды, мотоциклы эксплуатируют. Да, видно, кто выбрасывал что-то, ничего нет. Тут и машины какие-то у нас стоят. Джеки Чан вернулся, начал появляться периодически. Вот. Но проблема не в этом. Расскажу сейчас. Вообще, выгрузка у нас завтра, но мы сейчас едем на сервис. Почему? Прошу обратить внимание. Видите? Рассказываю. Эта машина прогретая. Набирает температуру рабочую, должно быть ровненько по центру, то бишь второе деление, и потом опускается. Делать этого он не должен. По идее, когда система охлаждения, жидкость, система охлаждения, она гуляет по малому кругу, на радиаторы термостат не дает ей, если он неисправно работает, заходить, скажем так, на большой круг, то она должна вот поддерживать, термостат открывается примерно там, ну, смотря в какой машине, 88, 89, 90 градусов, у кого-то 91, там даже на термостатах пишут. Вот, и при этой температуре открывается термостат. Для тех, кто не в курсе, я уже, блин, разжевываю, потому что аудитория разная. Открывается термостат и пускает жидкость на систему охлаждения, антифриз, тосол, что у вас залито в воду, пускает на большой круг. Вот я подозреваю, что у меня заклинил термостат, не до конца, скорее всего, он закрывается. То бишь, жидкость постоянно гуляет по большому кругу, поэтому при нагрузках каких-то на гору температура якобы нормально держится, да, там вентиляторы подзабивают, все их там периодически, если там температура задирается. Но вот она опускается, когда едешь в спокойном режиме, без нагрузки, опускается. Это не есть хорошо, когда двигатель не прогретый до конца. Расход топлива, соответственно. Ну и, конечно, ну я думаю, вот это вот check engine, что у нас появляется. Так, это странно, ребята. Сейчас ехали 80, был знак «Обгон запрещен». Как только знак перестал, 85 поехал. Ну ладно. Вот, и мы едем сейчас в город Карлсруэ. Время у нас хватает. Выгрузка у нас завтра.
по фиксу на 10.30. У нас осталось 404 километра. До Карлсруэ примерно 130 или 120 там сейчас. Поэтому мы заедем. На 4 у нас запись сейчас без 20.11. Вот. Уточним, может быть, пораньше получится. И будет проблемку эту устранять. Вот. Потому что это не есть хорошо. Возможно, и чек пропадет, который начал появляться. Возможно, это все закольцовано, скажем так. Он указывает, что есть неисправность. Я не могу утверждать, что это конкретно термостат. Это мои предположения. Как бы я сделал, допустим, я бы просто задрал бы кабину и дал бы ему чуть-чуть остыть. Пускай бы чуть постоял. Потом бы завел и попробовал просто патрубки, которые идут на радиатор. Если они изначально будут теплые, то есть с самых первых моментов, значит, жопа термостату. Они должны быть, ну, прохладные в меру. За них можно браться, пока жидкость не пошла по большому кругу. То есть на температуре 70-80 градусов, пока она не доходит до рабочей температуры, патрубки должны быть холодные. Вот, я бы так сделал. Будет интересно понаблюдать, как с этой проблемой будут бороться в автосервисе. Понятно, что они начнут, наверное, с компьютерной диагностики. Не знаю, покажет, не покажет. Возможно, на каких-то графиках покажет, либо, может, какая-то неисправность. Я не знаю, честно говоря, как датчики эти покажут, не покажут. Ну, в общем-то говоря, все расскажу вам. Сам буду с интересом наблюдать, как будут искать, потому что я из поколения old school, old show, или как правильно там, старая школа, то есть я еще такой по старинке, вот патрубки потрогать, это там послушать, это вот это, компьютерная диагностика, ну, есть какие-то азы, я сам проводил, но мне это тяжеловато, скажем так. Я очень мало с этим работал, поэтому какие-то ошибочки подтереть в определенных марках, моделях, пробег менял. Это было, честно скажу, это было. Вот. А так, не знаю, не скажу. Ладно, едем дальше. Буду держать вас в курсе.